Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и наконец-то не прошло и 3 года, сдвиг ледников открывает нам доступ к Уртинатерию. Это, в общем-то, у кого-то он есть, а у кого-то его нет, наверное, да? Так, кстати, Уртинатерий, у меня он, вообще-то, есть или нет? Давайте мы, короче, пойдем посмотрим, то я что-то забыл. С этими гибридами, кстати, у нас водоворот скоро начнется, босс-водоворот. Так, Уртинатерий, так. Ты у меня есть или ты у меня нет? Так, Индрикатерий. Вот, вот водоворот, это у нас будет босс гигантский олень. Вот наш Уртинатерий. То есть у меня он уже есть. Вот такое вот существо. Вот так. Первый уровень, 10-й уровень. О, давайте сейчас его покормим. Вот 30-й уровень. Ом-ном-ном. И 40-й уровень. 1900 на 610. Да, у него максимальный показатель. 1900 на 610. Теперь давайте сравним его с Индрикатерием. Так. И 10. Да, мой дорогой. Вот Индрикатерий. Так, у меня хоть 40-й есть. То есть 2400 на 440. То есть они примерно равны, только это у нас как тирезинозавр, да, больше жизни и слабый удар. А тот чуть побольше, больше ближе к тиранозавру, да. Ну, не у тиранозавра 1600, по-моему, жизнь, да. В общем-то, вот такие вот у нас существа. Давайте перед началом водоворота я предлагаю нам открыть вот эти вот бои. Открыть нашего Уртинатерия, и еще, кстати, мы потом после того боя пойдем сразимся вот в этом бою. У нас здесь будет противник Уртинатерия, надеюсь, он не поменяется. Так, ну а это нам предстоит водный бой. Давайте сразу возьмем сюда Дункле-азавра. Опять же, он у меня здесь 32 уровня. Качать я его пока что не хочу у себя в аккаунте точно, потому что потом будет невероятно сложно кем-то тут сражаться. Давайте, раз такие дела, возьмем еще мозазавра. Свирепость. Нет, не надо нам свирепость. Мне нужна просто атака. Атака, давайте даже сортанем по водным. Где ты, наш мозик? Да, чтобы его, главное, не перепутать. Вот мозик. Чего? У меня нет мозазавра 40-го. Ну да, я его не восстановил еще. Он как ушел на Дункле-азавра, так и я его не восстановил. А я нехорошо так как получилось. Так, ну давайте. Возьмем еще. Ну, вот тебя возьмем. Этого нам будет более чем достаточно. Провода, наушники, провода. Так, Анхопристис такой, который может сожрать Дункле-азавра, судя по их пропорциям. Да. Ну, не знаю, почему его таким большим сделали. Вот каждый раз смотрю и диву даюсь. Так, но атаковать не будем. Потому что у нас трешечка, а нужно, чтобы было 3200, тогда можно было бы проатаковать. Так, ну на 3 можно попробовать. Как раз бонус нам позволит его съесть. Рыба пила и потому умерла. Так, ну, в принципе, теперь я его особо беречь не буду. Так, не знаю. Давайте, может, потише будет, а то непонятно, то громкость какая будет у нас в итоге. Давайте выпустим мозазавра, пусть он хотя бы съест немножко моллюска. И пойдет на упокой. Отлично, идеально. 4 удара как раз ему хватило. Так, ну его сейчас сожрут, конечно же. Мозик. 6 атака на 4. Так, ну вот это должно его подбить. У меня 1 балл есть. А, черт, у него 2 балла в защите. У меня сила атаки 4600. Если я подменюсь, я за 2 его не пробью. Ну ладно, ну я просто не будем никуда спешить. Если он не поставил в защиту 2, то пробью. А он не поставил, ха-ха-ха.
Ну, просто хотелось, чтобы и Эдестус тоже что-то пожевал. Он же тоже живой, кушать хочет. Так, отлично. Идем дальше. Так, 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 так. Водные, водные. Тут здесь лучше брать, естественно, кого? Рифовых лучше взять. Давайте возьмем. И не свирепость, а атака. Так, и сосед тут, как обычно, с перфератором. Так, ну самых сильных брать не будем, наверное. Вот так, пройдем, не пройдем, как вы думаете? Жизни слишком мало, конечно, у кронозавра. Может, вместо умунозавра взять ромалеозавра. Попробуем. Думаю, кроник сможет кого-нибудь пробить. Так, ну. Архилон должен съесть Далихаленхопса. Больно он бьет, смотрите, как. Какой маленький, а какой кусючий, как шадшень. Не кисло так, он вдвое больше по жизни, чем Архилон. Что-то я, может, слабенького слишком взял, как вы считаете? Так, ну вот я уже его могу пробить. Раз, два, три, четыре, пять. Он балл один зажал. Вот такой был кувырок смерти в исполнении Архилона. И появился Эдессус. Теперь уже он не за нас, а против нас. Значит, его нужно пустить на шаурму. На два всего лишь проатаковал. Раз, два, я его пробил. Раз, два, три. Отлично. Ну, я специально так делаю, чтобы кронозавр пробил телозавра. Телозавр, кстати, хороший противник для кронозавра, потому что у телозавра не так уж много жизни, как и у кронозавра. На 6. Молодец. Это победа. Кроник, давай, в кои веки я тебя взял. И супер удар. Вообще тебе повезло. И как там? Проворот крокодила. Он радуется. Я тоже радуюсь, потому что мы давно не встречались. Так, и последний бой, он важный самый. Водных брать стоит, да? Взять водного, взять пещерного. Ну, еще одного водного. Погнали. Тут можно сразу укусить, потому что дакозавр... Это, по-моему, это геозавр, родич метриолонга. Метриоринха, то бишь. Так. Плиозавр. Думаю, он нас не съест. А взял и съел. Обидно вышло. Согласен. Ну и нам хватает тоже. Так, надеюсь, перфиратор вам не сильно мешает. Потому что мне вроде тоже не сильно мешает. Дырчит там себе потихоньку. Отлично. Вообще идеально. Артакантус против Артакантуса. Так, и даки, веселые даки. У него такая смешная морда, и он довольно оригинальный. Атакует на 5. Ну, он вообще еле живой. После одного удара.
хайнозавра. Сейчас он станет легкой добычей для нас. Давай, Даки. Прощавай. Бедняга, у него глаза были открыты. И ура! Мы открыли Уртинатерия. Мы этому безумно рады. Так, ну вот, водоворот 0.8. Жесть, через 14 минут. Так, ну а мы давайте заглянем вот сюда. Кем мы здесь можем посражаться? Давайте Маматерия возьмем. Возьмем Маматерия. Он подменится сразу на вот этого парнишку. Вот так вот. Вторым пойдет... Мамонт, давайте по атаке. Не, ну у меня все-таки мамонт, у него как-то жизни больше. Я люблю животных, наверное, с большим количеством жизни, чем с, там, с сильным ударом, но малым количеством жизни. Так, кстати, вот этого можно сейчас проатаковать. Глиптодончика, мы снимем большую половину жизни, осталась трешечка. Он сейчас, конечно, подменится. А, блин, такие хрюкалки, вот тоже уникальные существа, они очень прикольно хрюкают. Так, битва гигантов. Ну, два зря поставил, согласен, но все может быть. Да, вообще тупо спалил баллы. Ух ты, у него много валов. Рискнет атаковать? Подменился 4. Блин, он меня пробивает. Ярость Уртинатерия. Я не ожидал такого поворота. Это был тупнячок, ребята. Хана нам, походу. Нам хана. Да. Я сейчас и Маматерия теряю. Сейчас солью Маматерия стопудово. Его Динатерий сожрет. Ну, защищать его не хотелось как-то. Вот это эпик. Давай, пальцы накрест. 3 должно хватить. Да, мамонт завалил Динатерия. Фу, а теперь, в принципе, там у нас расклад хороший. У нас один балл остался, он атакует на 3 из 4. Блин, черт, на 3 из 4, на 3 из 6. А, на 4 из 6, у него осталось 2 балла, но нам должно хватить. Маматерий сейчас затащит. Точно, ему же один удар всего лишь надо. Блин, я переживал. Короче, судьба нам благоволит, ребятки. Мы затащили. Опа! Пинок коня. В исполнении Маматерия. Свинатерия. Свинатерий, кабанатерий. Так, а что у нас тут? Код 19. Оуэн, разберись. Умничка. Молодец, Оуэн. Так, смотрите, какие у нас уровни существа идут, а? Маматерий там идет. Че, еще может зарубимся разочек? Ах, вот жаль, Маматерий бы сейчас хорошо зашел. Ну, давайте его возьмем кореша. Брантатерия. Блин, ну хотел бы взять даже, может... Может, Уртинатерия. Ну, блин, он же с 5000 против 2. Ну, куда рыпаться? Куда рыпаться? Некуда рыпаться. Ну, типа вот так. Не знаю, получится ли у нас сие дело.
Он реально тут нас пробивает очень легко, чуть ли не за два. А этот парнишка так вообще почти нас уничтожает. Брантотерия против Маматерия. Давайте подставим нашу... Это жертва. Наша жертва. Мне надо было два в защиту поставить все-таки. Не рискнул нас атаковать. А вот так рискнул. Ну, у него же балл там оставался, по-моему, да? Или нет, все-таки. Ух ты, подождите. Не оставался. Да, два балла он подменился и один балл проатаковал. Так, ну все не так уж плохо. Кстати, а у него тоже есть бронтотели. Ух ты ж, гаденыш, что такой. Бронтик на бронтика. На... По идее, не должен вообще атаковать. Ну, атакует на один. Это неплохо, вообще-то. Мы затащили. Тогда бронтотели растерзает тело Космил. Суперсоник Носороник. Суперсоник Носороник. Пробили. Ну, вообще-то, вообще шикарно, ребята, получилось у нас тут. Все сложилось. 3-3-3-3. Думаешь, ты обидел нашего носорога? Нифига. Мы сейчас тут все порешаем. Вот так. На фарш тебя пустим. Рысь, рысь. Тело Космил похож на гибрида рыси с белкой. Ладно, саблезубого тигра с белкой. Так, ну, неплохо мы так разобрались. Нам фартануло, можно сказать. Глянем, что у нас там. Что у нас там. У нас тут так неплохо, конечно. У меня мамонта 30-го нет, что ли? Нет, у меня только 20-й мамонт. Да, печалька. Но тут нам, наверное, ничего не засветит, скорее всего. Если я поставлю мамонт, он подменится на вот этого парнишку. Ну ладно, была не была, ребята. Сольемся, так сольемся. О, конечно, слышите, Эндрикотерий. 6000 жизней. Кем я его могу пробить? Блин, а... Только Гасторнисом. Ну хорошо, хоть не пробил. На том спасибо. Блин, ну так гавкает, такой дерзкий. Так, Ать-2, пробил его. Ать-2 защитился. Нужно защищать Гасторниса любой ценой, потому что анаконда у нас здесь чисто для красоты. Вообще идеально получилось, ребятки. У него тоже там Гасторнис, да? Ну давай, разыгрываем. Шахматная игра идет. 5, отлично. У нас все шансы на победу. Червячка заморили. И Гасторнис. Гасторнис. 1, 2, 3, 4. Так, у него 43 уровень. То есть 1, 2, 3, блин, надо ставить. 2, может, и не выдержать у него. Не хотя 2 выдержали, блин, а перестарался, ребята. Лишний балл поставил. 3. Он там 1400 бы с нас снял. На 2 проатаковал. 2 у него осталось. Ну, я его за 3 пробиваю. Все, отлично. 1000 сверху даже. Шикарная победа, ребятки. Сел на жопу, как говорится, да? Жопой в лужу сел. Наш противник, да, ну а мы победили. Это, короче, хорошо.
У нас там опять кто-то сбежал. Давайте крутим нашу великолепную рулетку, которая даст нам целое состояние. Мегистотерий, да, пещерный гигантский волк. Да. Так, ну и через 5 минут я буду снимать следующую серию. А с вами прощаюсь, до скорых встреч.